История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус. На календаре 24 ноября. День богатый своей историями и событиями. Так что поехали. Во-первых, сегодня день завоевания друзей и влияния на людей. Этот праздник появился не случайно, а в честь дня рождения писателя и психолога Дейла Карнеги. Он как раз, кстати, написал книжку «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Эта книжка входит в двадцатку самых важных книг 20 века. Дейл Карнеги, конечно, был мегазвездой. Политики, бизнесмены, музыканты, самые знаменитые люди просили у него совета в самых разных сферах. Но мало кто знал, что личная жизнь самого Дейла Карнеги была не очень. Первый брак закончился разводом, а второй брак был тоже неудачным. Дейл Карнеги просто терпел свою жену, потому что на бумагах именно она владела всеми его деньгами. Есть и гастрономический праздник. Сегодня это день сардины. Кстати, с помощью сардины оказывал влияние на людей Наполеон. Интересная история. Те народы, которые он пытался завоевать, он угощал сардинами. Мол, полезно, они это оценят и будут, ну, как-то к нему более лояльно, что ли, относиться. И вот еще один интересный факт из истории этого дня. 24 ноября в 1995 году англичанин по имени Дин Гулд облизал и наклеил 450 марок за 4 минуты. До сих пор этот рекорд никто не побил. Мировой рекорд. Нам есть с вами куда стремиться. Стремительно пролетели эти 2 минуты. До встречи завтра на ТВ Рус в это же время. Все, пока. Пока. История дня на ТВ Рус.